Фигурист Петр Гуменников одержал победу в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. После короткой программы он занимал второе место. Однако на произвольную программу спортсмен настроился великолепно и выполнил ее почти безошибочно. Он смог обойти Дмитрия Алиева, который переместился с 11 места после короткой программы на второе итоговое и набрал 277,74 балла. Тройку лучших замкнул олимпийский чемпион Марк Кондратюк, набравший 273,4 балла. Петр Гуменник поделился впечатлением от своего выступления. «Кататься было сложно, не мне одному. Очень хотелось победить, поэтому боролся за каждый элемент. Все силы отдал на льду, получил желаемый результат. В фигурном катании стало больше болельщиков, особенно у мужчин. У девочек всегда их было много, а мальчиков не так сильно поддерживали. В этом году нас стали тоже поддерживать. У меня количество болельщиков сильно увеличилось, но я даже не вспомню, что мне кто-то что-то плохое написал. Возможно, сейчас это закончится. Мне пишут пожелания и поздравления. В конце прошлого сезона не было особых успехов, болельщики были только самые преданные. В этом сезоне случился прорыв. Для меня это не сюрприз, не случайность. Я рассчитывал, что это должно произойти», — сказал Гуменник. На этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!